У меня палец большой замерз на руке. И термос нагреет. Открыла, чтобы чуть-чуть остыло и никак не остынет. Иду, ем, пью на ходу, потому что не воспользовалась сегодня ланч-паузой. Вот. И ходила я на практику сегодня, в четверг. Иду, отпросилась пораньше. Иду в школу на собрание. Любава у нас идет в первый класс, поэтому сегодня у нас такое знакомство со школой, с учителем, наверное. Вот, может быть, выдадут рюкзаки, если они приехали. Здесь первоклашкам всем выдают рюкзаки. И каждый год это, ну, разного цвета они. Например, в том году были оранжевые, вот у Нади. А в этом году, ну, не знаю еще, какие будут там, желтые, зеленые, розовые, может быть. Вот. Хочу поделиться только что ситуацией своей про язык. В общем, мне назначили встречу, и в переписке мы договаривались о встрече. И общались на украинской мове, так как мне пишут на украинской мове, и я отвечаю также по-украински, чи на украинский, в общем, неважно. Вот, и я такая пишу: «Добре, так, дякую». И пишу: «Добре, так». Написала «так», и все, и зависла, потому что «так» в норвежском языке это спасибо, а на украинском мове так это да. И я зависла и думаю, что я написала так. Я пишу сейчас спасибо или да. И этот в замешательстве такая. Думаю, так, я на украинском мове пишу, значит, это да. Все равно думаешь на русском языке. А еще я вчера договаривалась там с репетитором и при знакомстве перешла на украинскую мову и там чуть-чуть поговорила. И такая думаю, блин, ну что я так не могу на норвежский переключиться и также, ну, свободно разговаривать, как я, например, могу переключиться на украинскую. Не идеальную, конечно, но я могу с легкостью переключиться. Но все равно думаешь на русском языке. Это нужно полностью мозг, чтобы настолько привык. Вот такие вот дела. Вот погодочка у нас сегодня такая вот пасмурно такая, сыро. Сыро очень. И прохладно, но не настолько, чтобы прям холодно было. Вот, по-прежнему сугробы снежные лежат и будут лежать до июня месяца. Это не шутка. Вот. И, кстати, в том году я впервые в жизни на свой день рождения увидела снег. Господи, я уже и на русском не умею разговаривать. А день рождения у меня 9 июля. Так что мы ехали на рыбалку, и там в горах лежал снег. Это прикольно. Летом видеть снег — это очень прикольно. Мне нравится. А мне пока снег вообще никак не надоел. Сегодня у меня девочка в академии спросила, типа, нравится тебе здесь жить в Рауланде? Я говорю, да, нравится. Она: тебе нравится много снега? Я говорю, ну, то есть, да. Ой. А потом ей говорю, в Украине лит-лит снег. Очень мало снега. Вот. Вот такие дела, пока я тут иду, с вами поделилась. Вот. Всем хорошего настроения. Пока-пока.